В Малопургинском районе Удмуртии взрываются боезаряды на складах бывшей военной части. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике. Первый снаряд сдетонировал 16 мая около 14 часов. По предварительным данным, это произошло из-за пала прошлогодней травы. Население военного городка Пугачева и близлежащих сел эвакуируют. На месте работают 28 машин спецтехники и 81 спасатель. К 16 часов площадь пожара составляла 20 гектаров. Для ликвидации ЧП на место отправлены два пожарных поезда. Жители соседнего татарстанского Агрыза спешно пытаются выехать из города на автозаправках, образовались большие очереди, передают местные СМИ. Несмотря на просьбы чиновников не поддаваться панике, горожане забирают детей из дошкольных учреждений. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по РТ, один из татарстанских отрядов Федеральной противопожарной службы будет патрулировать границы поселка Яган, в 3 километра от села Пугачева.